Спасибо. Это был каприз Паганини, фантазия, перформанс номер 2. А теперь я хочу пригласить на сцену наших коллег. Пожалуйста, не стесняйтесь. Следующий каприз называется «Тень Паганини». Это фантазия на каприз номер 5. Я хочу сказать, безусловно, маэстро Паганини в свое время отличался не сумасшедшей техникой. Понятно, что он изобрел очень много нового для скрипки. Он, можно сказать, обогатил скрипичную школу и, перейдя время лет на 150 как минимум.
Конечно же, он обладал потрясающим чувством кантилены и мелодизмом. Он был гениальным мелодистом, обожал итальянскую оперу, очень много писал, использовал темы Россини, скажем, его композиции, такие как «Пальпити» и прочее. Теперь мы сыграем нашу композицию, которая, конечно же, не является темой Паганини, называется «Капли росы». Thank you.
Спасибо. Следующее произведение будет называться «Вечное движение». Но это не вечное движение Паганини, хотя по энергетику и по настроению, наверное, напоминает его. Это сделано тему детского ля минорного концерта Баха. Итак, перпетум мобиле. Thank you.
Это было вечное движение. Сейчас мы немного переключимся на другую энергетику. Следующая композиция будет Багзи Лотти «Прелюдия» из второго хутома ХТК. ХТК – это хорошо темперированный клавир. Thank you.
Алексей Наджаров, браво! Итак, наше отделение подходит к концу. И сейчас мы исполним, наверное, то, без чего вообще не бывает никакого Паганини, никакой сцены, нигде. Итак, каприз номер 24. Thank you.
Вот так вот. Дает Никола Паганини прикурить, если надо будет. Итак, мы делаем небольшой 10-минутный перерыв и дальше продолжаем нашу тематику сегодняшнюю. Итак, мы продолжаем. Сейчас на очереди перформанс на каприз Паганини номер 10. Итак, я хочу снова представить участников. Петр Талалаев. Ударный. Павел Трофимов. Контрабас. Алексей Наджаров. Фортепиано. Денис Шульгин. Скрипка. Итак, Паганини, перформанс на каприз номер 10. Thank you.
Спасибо. Теперь мы сыграем композицию, написана каприз номер 12, и называется она «Сон». Спасибо. Это был романтический сон. Следующая композиция, я понимаю, здесь она ездит на метро, так и называется. Метро. Thank you.
Спасибо, это был московский метрополитен. Возвращаемся к Антилине. Если так можно сказать, к лирике ближе. Следующая композиция называется «Дождь».
Спасибо, это был дождь. Наше выступление подходит к концу. Мы хотели исполнить тоже перформанс на мимажорную партиту Баха. Итак, Бах, прелюд. Thank you.
Спасибо. Алексей Наджаров. Павел Прокимов. Контрабас. Петр Талалай. Ударный. Хочу обратить внимание. Наше выступление периодически происходит на всей территории России, с бывшего Советского Союза и, конечно же, московских клубов. Поэтому следите за нашим анонсом на сайте violinjazz.ru, и мы всегда рады видеть вас на наших концертах. Спасибо большое. Общественность требует бис. Петр Борисович, как вы смотрите? Положите себе, я смотрю. Да. Ну что, таким образом, Хэнкок, хамелеон. Thank you.
Спасибо. Алексей Наджаров. Павел Прокимов. Петр Талалай. И Денис Шульгин. Москва Варим Джаз Квартет. Итак, я еще раз говорю, мы ждем вас на нашем сайте varimjazz.ru, где будет выставлена каждый раз анонсная информация. Спасибо. Ждем вас на наших концертах.